А Голливуд продолжают сотрясать скандалы. Появились новые обвинения против голливудского актера Кевина Спейси. О 20 случаях сексуальных домогательств заявили в одном из старейших лондонских театров «Олд Вик». Продолжит Светлана Чернецкая из британской столицы. В знаменитом лондонском театре «Олд Вик» американский актер Кевин Спейси проработал 11 лет до 2015-го. Он занимал престижную должность художественного руководителя, и за это время с ним не возникало никаких проблем. Он ставил спектакли и сам нередко выходил на сцену в главных ролях. Но когда в Соединенных Штатах один за другим актеры начали обвинять Спейси в домогательствах, оказалось, что и в Лондоне многие пострадали от его неадекватного поведения. На данный момент администрация театра получила 20 заявлений на звезду сериала «Карточный домик». Это актеры и сотрудники «Олд Вика», все молодые мужчины. Во время пребывания Кевина Спейси в должности театр оказался в уникальном положении. Его возглавляла голливудская звезда, вокруг которой существовал культ личности. Расследование показало, что его слава и статус в «Олд Вик», возможно, помешали сотрудникам, особенно младшему персоналу и молодым актерам, заявить на него или попросить о помощи. Пока полицию не привлекли, но, скорее всего, это дело времени. Скотланд-Ярд уже полным ходом расследует обвинения против одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Харви Вайнштейна. Продолжается и секс-скандал в британском парламенте. За последние дни еще два депутата попали под расследование о домогательствах. Оба лейбористы, Алекс Роули и Айван Льюис. Их отстранили от работы за непристойное поведение по отношению к женщинам. А в Уэльсе похоронили лейбориста Карла Сарджента. Он покончил с собой, когда его уволили из местного правительства из-за обвинений в домогательствах. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».